осени, а 2024-го на телеканале ТВ Центр состоялась премьера третьего сезона сериала «Стрепух. Таланты и поклонники». Это картина от режиссера Алексея Праздникова, главную роль, которую исполнили Татьяна Тронова, Виктория Заболотная, Александр Пашков, Яков Шамшин, Светлана Щедрина, Виталий Такс и другие. В новых сериях в Сотейск с гастролями приезжает известный исполнитель романсов Антон Амелин. После первого же концерта юная жена Амелина исчезает, оставив мужу невнятную записку. Очевидно, что ветреная девушка сбежала от немолодого супруга ради нового увлечения. Однако Виктория и Ульяна, начав расследование, неожиданно находят связь между этой водевильной ситуацией и жестоким убийством создателей криминального телешоу, недавно случившимся в Петербурге. По предварительной информации, дата выхода четвертого сезона сериала «Стрепуха» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.